На Донбассе подорвались полицейские. Один погиб, двое в больнице. Произошло это в районе поселка Гнутово под Мариуполем. Патруль ехал на вызов, когда под машиной сработала противотанковая мина. После взрыва рядом обнаружили еще один замаскированный боеприпас. В полиции подозревают, что бомбы заложили диверсанты боевиков, поскольку еще вчера военные свободно передвигались по этой дороге и никаких мин там не было.